И вешу, и четверку жмут. Вот эта четверка, она отхиливает массу и всех, кто рядом находится. Поэтому надо стоять рядом. Тогда будет все ништяк, по идее. Только я не знаю, сколько таких хилов надо. Двух, наверное, не хватит. Но всем рядом тоже нельзя стоять, потому что дракон бьет массой тоже. Ну, короче, не знаю. Мы это чиву сделали даже при том, что там никто не хилил. То есть там люди просто подыхали, подыхали, и все равно мы его добили. Ну, нам желательно, чтобы не померли на первой и второй фазе. А кто хилить умеет в драконах? Присоедините в рейд. Ну, давай, вот я в Удиален буду пытаться хилить. Удиален, а кто-то из хилов? Лимон, там, Кобу, Лиос. Так, Лимон второй и еще кто-то. Присоедините. Второй, вторая. Всем привет. 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 Сейчас чекаю. Слышишь, вот что, мне проэрелить или ты проэрелишь? Смотри, да, сам. Да, лучше ты, конечно, я здесь второй раз, ну, то есть на 25-ке на убийстве. Хорошо. Ладно, ребят, давайте еще раз чекнем на готовность. Кто меня слышит, воркает? Подождите, спек, спек. Да, да, спекайтесь. Ребята, кто меня слышит, тот ставит нет. Еще готовность не прошла, блядь. Танк черепок. Ну, совы это хорошо, мне кажется, да? Да, короче, ребята, рассказываю вам имба-тактику вообще, как этого лоха забить на эту ачиву. Сначала я буду обращаться к танку. Танк, ты здесь был хоть раз? Да, да, но я был как ДД. Смотри, твоя задача. Когда Малигос в нормальную точку станет, я юзну шарик. Ты его словишь, ты его ставишь вот так вот по касательной. То есть не в центре, нигде. Ты ставишь его абсолютно, вот ты по этому кругу ходишь. Когда я тебе говорю... Раз, два, три, сорянчик, я тоже бухал, как и вы. Когда я тебе говорю смещаться, понял, ты назад начинаешь как бы с ним идти, понял? Это для того, чтобы искра прилетела, мы в нее встали и быстрее еще его убивали. Первая фаза для всех остальных, ребята, проходит тупо на одном месте в центре. Вот если вы стоите, тупо дамажите, ничего больше от вас не требуется. Вот, когда я скажу встать в искру, все становятся РДД в искру, МДД, также лупят босса. И не надо стоять под ни в коем случае под мордой. Кто будет стоять под мордой, ну, вас просто срубит и все. Так же самое, ребята, здесь большие проблемы с агро. У нас есть напул, у нас есть рога, но, короче, как показывает практика, нужно 5 секунд для танка, чтобы он набрал агро. Это первая фаза, ребята, ничего не страшного нет. Вторая фаза будет намного интереснее. Мы все сбегаемся в центр. Вот, милики, ваша задача гасить тех ребят, которые будут спускаться к нам сюда на землю. Танк, поскольку ты у нас единственный ДК, забудь вообще за притяжку. Ты не юзаешь, потому что можешь бахнуть инст. Я вижу, у нас очень много сов, у нас их 5, а 6 даже. Вот это, конечно, весело. Ребята, не бойтесь, пожалуйста, выходить из этого купола, который будет, для того, чтобы дамажить ребят. Я буду вам говорить, когда вам нужно под купол сбегаться. РДД рассасывайтесь полностью по платформе и бейте всех-всех-всех. Милики, к вам задача такая. Как только вы убьете всех ребят, которые будут на земле, вы можете юзнуть диск. Вы сядете на него и полетите гасить ребят. Во-первых, для вас это хорошо тем, что вы можете ачиву сделать, если нанесете смертельный удар. А также для вас это будет полезно тем, что вы не будете лохами, короче, нубами, которые только на земле умеют стоять, но еще имеют помогатели до ДПС. Вторая фаза проходит в таком же ключе. Я буду все анонсить. А третья фаза, ребята, сразу хочу предупредить. Такой момент. Мы войдем после второй фазы на драконов. Вот. И наша задача обязательно рассосаться как можно на рейндж. Ну, друг от друга, так же, так и от босса. То есть тупо по кругу. Вы прожимаете 3 раза единицу, 1 раз двойку. Запомните, это ваша ротация на боссе. Босс будет уставлять свой взгляд на вас. На вас. Ваша задача, если он на вас уставляется, вы забываете за свою ротацию, тупо прожимаете 3-3-3-3-3-3-3-3, и так пока он не отстанет от вас. Все. Потом, как только он от вас отстал, вы отхилились полностью за счет вашей хоты, и вы также начинаете дальше соблюдать ротацию. Ничего тяжелого. Шаман, ты тут? Скажи что-нибудь в РК. Или чат плюс поставь. Что тебе сказать? Все, ничего. Вот, смотри, Бейл, Даша по моей команде. То есть... Ничего тяжелого. Давайте, ребята, чекаю на все.
Так, так, так. Уматума. Тут, все, у нас все тут. А, сейчас дракон отлетит. Куда рога валит? Танк лови, 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 лови. Все отошли, ребята, все в центр отошли. С подморда уйдите сразу. Блять, ну кто юзнул, тут даун, я могу сказать. Давайте. Я скажу, когда начать бить. Раз, два, три. Отведи его дальше, потому что там хэдснет кого-то. Минус два, похуй, дамажем, успеем, все сделаем. Никого не бейрит. Веди его, веди, 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 веди. Все, ну так же его условишь. Дамажим РДД, давайте, давайте. Давайте, ребята, не дрочитесь. Фулл ДПС, который вы можете здесь выдать, выдавайте. Забирай босса, отводи его. Перед мордой не стоим. Блядь, я искру не вижу. Дракон словил искру. Дамажьте, дамажьте. Искра справа. Давайте рост. Фулл ДПС. Ну, более-менее. Все, давайте, рассосались РДД по платформе, лупите лохов. Танк, собирай вот этих лохов. Притяжку, пожалуйста, не используйте. Давайте, ребят, вот это самая конченная фаза, в том плане, то, что здесь, типа, нужно проявить смелость свою. Хилы вы тоже, конечно, не расслабляйтесь, друзья. Сейчас будет, ребята, скоро дыхание чар. То есть Малигос типа будет лупить лучом на землю. Вот сейчас прямо встаньте, пожалуйста, под конусы эти. Ну просто чтобы хилам не доставлять неудобств. Все, можете выходить уже. Все, и так же по платформе рассосались днем лохов. Дайте БР Хота, или Оза, дай ему БР. Все, не успели мы дать ему БР, короче, пусть лежит. Ребята, сейчас все на драконы, на драконах будут. Смотрите, ваша задача сейчас. Вот мы сейчас падаем. Отлично. Нажимайте пробел, поднимайтесь вверх. Рассасывайтесь на рендж все друг от друга. Друг от друга, не от дракона, а именно друг от друга главное. Все, сейчас можно будет его лупить. Все, начинайте его лупить. Три раза единичку, один раз двойку. Как только Малекус устремляется на вас, прожимайте тройку. Поехали. Пека Пикур. Пека Кобу Черный Лимон. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Уматума. Ну, ребят, давайте проще, я вижу, у меня вообще нихуя не поняли. О, вот ХП падает, вот тот прожимает тройку, тупо спамит ее. Да мы успеем все равно. Не покидай тело, Макс. Да, чуть автоканцы. Все, изи.
Мы уже убили, можете даже не бить его. Я поздравляю всех. Все, спасибо, ребят. Лут я не ставил, я не знаю, как его тут поставить. Ну ладно, роль. А, так, хуйня всякая. У меня, кстати, в прошлый раз дракон упал, поэтому, ребята, ходите сюда, я вам очень рекомендую. Дракон здесь падает, то есть я его видел на собственными глазами, его забрал вонючий пух 5 кгс. И колоссальные потери жизни должны... Ребята, теперь все, что вам нужно сделать, это упасть дракона. То есть тупо падаете с него, снимаете вот этот парашют, который вам дадут, и вы просто живым вообще окажетесь. Обманул насчет живого на кладбище. Нет, чего, вот мы все живы. Не знаю. Я был мертв, все равно живой. Спасибо, Вуль. Все, ребятки, всем спасибо. Всем привет. Спасибо.